Всем привет, друзья! Мы находимся среди кучи-кучи досок разной толщины, разной длины, разной поверхности. И перед нами бумажка. Вот такая вот бумажка, что она означает. Но тут никто не поймет, кроме меня. Это наша будущая кухня. Итак, у нас новый проект. Делаем деревянную кухню самостоятельно, за копейки, быстро и легко. Вот я набросал примерно, что у нас будет. Вот это примерно шкафчики. Это шкафчики деревянные, а это столы. Тут будет мойка, тут шуфлядочки, и это шкафы такие вот открываются. Я вам потом покажу, если не постесняю, свою теперешнюю кухню, как она выглядит. Но это ужасно, конечно. Здесь я продумал, как крепить тоже. И примерно прикидывал, сколько мне надо будет каких материалов. Итак, по материалам. Что я купил? Ну, так сказать, цена-качество. Оптимальный вариант выбирал. Я взял, вот мне понравились такие вот толстенькие. Это толщина где-то вот, ну, наверное, так вот вам сказать, 35-ка. Вот доска половая. Она высочайшего качества, потому что она, ну, реально классная. Вот тут вам текстуру покажу. Она, в принципе, уже финишная обработка, практически. Она вся, ну, просто как лялечка выглядит. Прям супер она такая. Досочка, вот это ее обратная сторона. Здесь два таких вот пазика. Вот, покупал я ее 6-метровую. Я взял 4 штуки. Ширина доски 13,5. А вот для чего я брал эту доску? Эту доску я брал для массивной столешницы. Вот. Наша кухня будет выглядеть в форме буквы Г. Я вам только одну сторону показал. Будет еще и сторона, где у нас будет плита находиться. Газовая. Вот. Вот из этого мы будем делать, клеить столешницу. Потом ее обрабатывать, лакировать. Вот такие бруски я брал. Где-то размер 35, ну, наверное, 50 миллиметров. 3-метровые бруски брал. 4 штуки, но надо будет еще 4. Я так прикинул. Потом вы увидите, для чего они. И брал доску. Доску вот такую. 25-ка. Она была не обрезная. Я покажу, как я ее сделал обрезной и очень крутой. Так, где наш свет? Ширина этой доски. Была 15, стала 14 после моей обработки. Я снимал с каждой стороны. Там по 3 или по сколько миллиметра или больше получилось. Вот для чего эта доска. Из нее будут клеиться щиты. Допустим, из двух досок. Вот так будут соединяться. И это будет дверька шкафа, к примеру. Вы видите, какая шикарная текстура. Прямо аж балдеют этой текстуры. Теперь по деньгам. То, что я уже вложил. Мы в конце, когда будет кухня готова, почитаем общую калькуляцию. Что, чего и сколько нам вышло.
Итак, вот это вот самое затратное. То, что у нас пошло на столешницу. Я взял... Так... Раз... Сколько ж я досок тут взял? Раз, два, три, четыре, пять... Шесть шестиметровых досок. Они мне вышли $40. Я буду называть все в долларах, потому что, ну, кто-то в Беларуси, кто-то в России, кто-то в Украине, кому-то сложно переводить из моей валюты в свою валюту, а доллар, он более, так сказать, универсален. Вот, это дело у нас $40 получилось. Вот эти какие-то, никакие, простите меня, 4 планки, вышли $5. Что? $5 за 4 планочки трехметровые? Одуреть. Вот этой доски не обрезной я взял, здесь она не вся. Я взял 4-метровая доска 25-ка, не обрезная. Она у меня, я купил, сейчас помню, 0,25 куба. Четвертую часть куба я взял и заплатил $20. $20. Ну, вот этих досок у меня реально много, потому что я уже клею щиты по ходу нашего мероприятия. Я покажу, как оно все будет клеиться. Вот там вот где-то вдалеке уже щит вам один покажу для превьюшки. Он из 3 досочек склеен уже. Видите, раз, два, три. Шва практически не видно. Но я потом покажу, как это достигается, чем. А пока займемся нашей столешницей, самым интересным. Для начала вот эти 4 метра нам надо пилить и в размер кухни. Какая будет столешница в нашей кухне? Она будет 2 с чем-то метра, простите. Там у меня на чертеже показано. И плюс возьмем еще напуск. Друзья, и сразу встает первый вопрос. Вот я положил 5 досок, я покупал 6, положил 5. Нам надо узнать ширину столешницы. Ширину. Вот сколько нам брать досок? 5, 6, 4. Вот. Я вот положил 5 досок, ну для меня как бы это многовато. Я так примерно под себя ее делаю, эту кухню, и вот смотрю, ну как-то да, многовато. На помощь нам приходят вот такие вот шаблоны. У меня закуплена уже мойка, и в этой мойке есть такой вот шаблончик лежит. Вот, размер шаблончика, да, вот это натуральная величина. И также у меня закуплена поверхность варочная. Тут тоже вот даны размеры. В данном случае нам надо размер 480. Ширина 480 варочной поверхности. Ширина мойки 409, то есть максимальная 480 сантиметров. Нам надо, чтобы наша столешница была шириной не менее, скажем так, 50 сантиметров. Ну, грубо говоря, 500 миллиметров. Вот, я беру рулеточку и чисто визуальненько прикидываем. Значит, 5 досочек, 1, 2, 3, 4, 5 досок, это у нас, грубо говоря, ну, без вот этих пазиков, будет где-то 67 сантиметров. Это много. Минус одну досочку убираем. Получается, если берем 4 досочки, то будет где-то 55-54 сантиметра. Это, я считаю, красота. Сейчас еще в другом месте замеряем.
примерно будет 54, грубо говоря, минус вот эти всякие зазорчики. 54 сантиметра. Шикарно. По ширине устраивает. Теперь осталось узнать, эта доска 4-метровая, и ее надо жахнуть в размер ширины, то есть длины нашей столешницы. Вот. И, собственно говоря, берем размеры шкафчиков, плюсуем. Вот. И плюс еще делаем небольшой напуск, ну, чтобы было что отрезать, собственно говоря. И отмечаем и отрезаем ненужное. Потом будем клеить. Итак, все отмерено, все замерено. Получается просто шикарно. Как я говорил, у нас будет кухня идти буквой Г. Это столешница. Это моечка у нас будет с кранами. Вот. Это получается 2,60. И вот буквой Г будет идти у нас вот тут будет, ну не тут, а вот тут варочная поверхность. И как раз-то получается 2,60. И здесь у нас 1,40 м. Даже это меньше нам надо будет. И получается всего это 4 метра. Как раз наша доска 4 метра. Вот, все взято с напусками. Оставляем хотя бы по 5 сантиметров, чтобы можно было, ну, варьировать, убрать, если нам это не надо. Окей, хорошо. Прежде чем клеить эту столешницу нашу, вы видите, на одной доске, на последней, надо убрать вот эту вот штучку. Вот. Для чего ее убрать? Для того, что когда мы будем брать наши суперструбцины, прям не нарадуюсь этим струбцинам, эти такие здоровые струбцины, широкие. Вот, чтобы струбцина могла хорошо взяться за доску. А вот так вы видите, вот за этот пазик она не есть хорошо будет. Лучше его убрать, он все равно будет потом убираться в нашей столешнице. Так что берем рубаночек, в данном случае берем электрорубаночек. Вот это такая штучка незаменимая. Супер. И буквально сразу же сейчас мы пройдем это дело. Вот этот рубанок за раз снимает 3 миллиметра. Вот пару раз так пройтись, и все у нас будет в порядке. Вы видите, практически сняла бровень. Мы сейчас не будем дотачивать, это черновая у нас обработочка. Но этого вполне хватит, чтобы зажать хорошо струбцинами. Видите, здесь вообще практически вровень. Вон, вот здесь. Да? Шикарно, нам вот этого хватит. Что ж, очищаем от стружек, от пыли и готовимся клеить. Ну что же. Все пазы прочищены, в которые мы будем наливать клей. Вот, от стружек.
все подготовлено. Упорчик стоит, чтобы наша доска не повалилась. Теперь стала, так сказать, очередь за интересным моментом. Чем расклеивать нашу столешницу? Чем лучше клеить дерево? Я задавался этим вопросом не раз. Я когда был в Польше, зашел в супермаркет строительный. И говорю: чувак, дай мне самый лучший клей для дерева. Вот он мне дал два клея. Вот такой и такой. Значит, как он мне объяснил, они различаются по классу надежности, что ли, приклеивания, скажем так. Класс этот называется D. D. Чем больше буква D, D3, допустим, D1 это слабо клеит. D2 лучше клеит, D3 вообще неплохо клеит. А класс D4, видите, да? D4 клеит вообще, типа, хрен отдерешь, как говорят в простонародье. Вот. Вот я купил два клея, причем этот стоит в полтора раза дороже, чем вот этот. Для обычного нашего человека вот это клей, это клей ПВА. ПВА только не жиденький, как водичка, а он такой уже густой, как сметана. Waterproof, типа водички не боится. Туда-сюда. Вот. Это, скажем так, клей ПВА, очень густой. А вот это полиуретановый клей. Я не знаю, почему он применяется для дерева. Я им клеил пару щитов для пробы. Он как пена монтажная, что ли, вот так засыхает, пенится. И выглядит, в общем, как засыхает, как пена монтажная. Вот. Где-то вот сейчас я вам, может, покажу. Вот тут у меня капнуло на пол этот клей. Видите, как он выглядит? Вот он. Вот он так вспенился и, ну, как пеномонтажный. В общем-то, и как я поспрашивал у людей, вот этот клей полиуретановый, он больше применяется для поверхностей, где поверхности играют друг с другом. То есть, где нету жесткости, чтобы соединение плавало, так сказать, а не жестко было. Я остановил свой выбор на проверенном и временем, и людьми клее ПВА. Вот он. Так завуалирован. Вот. Вот. Так что вот этим мы будем клеить всякую кожу, всякую и так далее. Тоже неплохой клей. Ну, для другого применения, скажем так, больше. А берем ПВА и закладываем в наши щели вот эти пазы. Не только пазы, но и тоже между пазами вот эти тоже захватим. То есть клея кладем много, не жалеем. Вот я на одном примере одной доски показал, что в паз кладется клей и по двум сторонам. И так проклеиваем все полностью. Давайте посмотрим, сколько я положил клея. В общем, как я и говорю, клея надо не жалеть. Вот. Все, что будет лишнее, все вытечет. Мы это потом все равно будем снимать шлифовальной машиной, когда будем доводить до финишной обработки. Но, как вы видите,
если будет мало клея, то это хуже, чем его будет много. Так что не скупимся и кладем много клея. Теперь осталось нам все наши поверхности состыковать друг с другом. Пазы вставить друг в друга и зажать струбцинами. Ну вот, мы примерно соединили. Теперь надо будет взять струбцинки и, так сказать, зажимать будем от центра, потому что я вот посмотрел, ближняя доска ко мне идет таким полукругом. То есть зажмем в центре и дальше пойдем уже по сторонам. Чуть-чуть я лоханулся в том плане, что последнюю доску тоже покрыл клеем. А этого делать не надо было. Сейчас я сниму клей тряпочкой и зажимаем струбцинками. Что ж, взяли струбцину. Берем еще также вот, что покупали, 4 планки. И просто ставим их по бокам, чтобы не повредить при зажимании поверхность нашей будущей столешницы. Берем струбцинку. Выставляем на нужный размерчик. И зажимаем. Стараемся струбцину зажимать по центру толщины. Все пазы состыковываются. Сильно не зажимаем. Чуть-чуть зажали. Этого достаточно. Берем следующую струбцину. Для этого камеру отставим. Вот так. И точно так же зажимаем. Так. Хорошо. Две струбцинки есть. По опыту я ложу груз между струбцинами. Вот так. Обычный кирпич. Для чего это делается? Для того, что если зажимать сильно струбцинами, то доски начинают подниматься и получается бочкообразность. Чтобы этого не было, мы делаем равномерность. Вот этими штучками, блоками. Я напоминаю, что струбцины я пока зажимаю не сильно. Осталась четвертая струбцина с последнего края. И начнем зажимать сильно.
И что же мы имеем? Вот упоры с трубцинами по краям и по середине. То есть мы разбили наши 4 метра примерно на равные промежутки. Вот. И между ними поставили упоры. Я говорил, для чего упоры ставятся. Теперь по чуть-чуть каждый подкручиваем, чтобы убрать вот эти микро эти пазики. Этот чуть подкрутили. Переходим к следующему. Крутим. И пазы у нас уменьшаются. Так, где они? Много не крутим. Подкрутили каплю. Идем дальше. К следующему. Так, крутим. Видите, уже клей кое-где начинает выступать. Хорошо. Чуть подкрутили и идем дальше. Так. Тут уже практически нет пазов, выступает клей. Видно. Вот такого нам надо добиться по всей длине нашей столешницы.